поступил очень мудро, назвав ее Агата Кристо. Поэтому именно мы открываем передачу, программу «Русский рок от А до Я». Потом как способ восприятия действительности. Потом известно, но пока. Когда сейчас говорят, что русского рока нет, нам это странно очень слышать, потому что же мы тогда его за него принимали? Все эти годы. Обманутая юность. Запишу я искренность и желание из самого себя достать себя со всеми потрохами и продемонстрировать само себе и всем окружающим, это отправная точка вообще в рок-музыке, определение ее. Какой она получается, это один из немногих таких стержней, на которые наша жизнь, так сказать, вокруг которых вращается. А без этого, наверное, мы бы не состояли.